Светлана Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Первым делом хочу вас поздравить с праздником, пожелать вам крепкого, можно сказать, цементного здоровья, конечно же, благополучия, успеха во всех ваших делах и начинаниях. Большое спасибо за поздравления. Светлана Николаевна, ну, раз уже у нас сегодня повод, такой день строителя, конечно, интересно узнать, что сегодня собой представляет строительная сфера Гомельской области. Строительная отрасль в Гомельской области на сегодняшний день насчитывает 47 тысяч человек. Это достаточно большой такой процент занятости населения. Это почти 10%. Мы занимаем лидирующее место по показателю чистой прибыли и рентабельности строительства, строительных работ. Мы на сегодняшний день занимаем первое место по вводу жилья. Мы добились больших успехов в части сокращения убыточности предприятий. То есть это заслуга, конечно, руководителей строительной отрасли. Светлана Николаевна, ну расскажите, вот как в ближайшем будущем будет меняться облик областного центра? Конечно, в том году мы построили очень красивую набережную, которая наша достопримечательность нашего города. Сегодня, конечно, архитекторы думают над тем, как ее насытить интересными для горожан объектами. Это тема, которая, в общем-то, не безразлично ни для кого, ни для нас, специалистов, ни для наших людей. Поэтому мы сейчас планируем провести какие-то конкурсы, чтобы можно было что-то такое интересное привнести и обустроить одну из изюминок нашего города. Конечно же, у нас такой значимый объект, который на слуху у всех, это реконструкция детской областной больницы. И я думаю, это будет очень достойный, красивый объект города. Также у нас появится ряд новых культовых сооружений. Это православная церковь в районе Туб-больницы и католический костел при въезде на Реческое шоссе со стороны города Бреста. Кроме того, у нас проводятся в городе и будут проводиться работы по благоустройству, по реконструкции улиц, дорог, площадей с насыщением фонтанов, цветочных композиций. Это все привнесет в город какую-то вот необыкновенную городскую красивую среду. Так что город со временем будет один из самых красивых. Я хочу сказать, что в том году у нас проводился республиканский конкурс, и город Гомель стал победителем среди всех областных центров. Светлана Николаевна, ну вот строительство костела в областном центре, насколько я знаю, это решение было принято не так давно, верно? Совершенно верно. Этот объект достаточно такой, ну, как бы интересный по своей архитектуре, по готической архитектуре. То есть у нас еще в городе такого объекта нет. И, конечно, мы все думали над тем, как бы его так привязать, чтобы он смотрелся, чтобы он как-то был акцентным объектом. И поэтому шли многие дискуссионные вопросы в части выбора площадки, композиции посадки данного объекта. Светлана Николаевна, ну хотя бы в двух словах расскажите нам, я думаю, многим уже интересно, как же будет выглядеть костел. Дело в том, что готика – это, в общем-то, такая архитектура, которая с минимальной вычурностью, но такая возвышенная, устремленная в небеса. Светлана Николаевна, вот кроме костела, кроме областной детской больницы, да, вот которая сейчас реконструируется, какие объекты, кроме этих и других, вот, которые вы перечислили, сейчас возводятся в Гомельской области? В Гомельской области реализуется ряд инвестиционных проектов. Это прежде всего Светлогорский ЦКК, это Добрская бумажная фабрика. Это завод по добыче и производству калийных удобрений в Петриковском районе. Также строительство щебеночного завода в Реческом районе. Конечно же, у нас большое внимание уделяется подготовке к Дню белорусской письменности, который в этом году будет проходить в городе Рогачев. Это, естественно, город будет преобразован. То есть у нас по-другому заиграет городская среда. У нас станут широкими, красивыми улицы, великолепными парки, скверы, появятся детские игровые комплексы, благоустроится
стадион. Город, конечно, как бы преобразуется и станет одним из красивейших городов Гомельской области. Светлана Николаевна, ну вот здорово, все вместе будем ждать День письменности. Ну, а мне остается только поблагодарить вас за то, что нашли для нас время, ответили на наши вопросы. Спасибо вам большое. Я бы, в свою очередь, хотела еще тоже поздравить от себя всех строителей Гомельской области, пожелать им крепкого здоровья, успехов, праздничного настроения и творческих успехов.